Вы, наверное, соскучились за нами, друзья, мы соскучились за вами. Мы отсутствовали, так как отдыхали на заработанные деньги. Ну, сегодня мы возвращаемся, и сегодня мы расскажем вам про стратегически очень интересный и такой, знаете, достаточно мощный проект, у которого есть все, у которого есть деньги, у которого есть смарт-контракты, у них есть офисы, и у них просто большие перспективы. Это проект, прошу и жаловать, Grandl. Да, друзья, здравствуйте, проект Grandl — это новое слово, это очередной новичок, очередной бриллиант, очередная букашечка, цветочек и прекрасный божий свет в мире DeFi, вот он появился, и мы видим, что это децентрализированная безопасность без разрешения, без контроля. И действительно, друзья, правда в том, что безопасность... И правда в том, что безопасность является основой нашей жизни, и все мы стремимся к безопасности, и никто не хочет, чтобы в темном переулке внезапно чужая рука оказалась в его кармане, и он ощутил эту прохладу. Поэтому Grandl или Grandl действительно делает децентрализированные финансовые возможности, используя интеллектуальные мощности больших систем вычисления, и предоставляют следующие продукты, такие как обмен, скоро будет заработок на мастернодах в ближайшее время, DeFi фарминг уже почти есть, и ставка на спорт почти уже присутствует, и обмен DEX — это ближайшие продукты, которые будут реализованы, если проект получит большую огласку. Да, друзья, самое интересное, что это все скоро будет. Пока что в данный момент этого всего нету, это в разработке. Но планы и стратегии у них реально крутые. То есть мы понимаем, какие люди стоят за этим проектом. Grandl также нам говорит о том, что в их проекте есть блокчейн-среда. С помощью смарт-контрактов можно будет осуществлять анонимные операции, транзакции, отправлять своему другу либо сестре анонимные деньги, которые тот или та уже смогут анонимно вывести, и власти об этом не узнают ничего. Это одна из фишек проектов. Также, имея инновационные технологии, они меняют полностью все правила игры. То есть каждый пользователь получает реально большую выгоду и ликвидность, и возможности выращивать большую ферму урожайности. Это поддерживается просто-таки эффективной системой токенов, которая позволяет фермерам максимизировать свои финансовые доходы. И это реально все очень интересно, но мы, наверное, это пропустим, так как у проекта есть прекрасное вступительное видео, где человек-робот вам прекрасно все рассказывает и показывает, как работает на практике их блокчейн. Для этого им необходимо просто... Хуй пойми, что тут. Да, друзья, для этого им необходимо насобирать немножечко монет. Как и каждому новому проекту, им требуется вливание в их копилочку, в их свинку маленькую. Она хочет любви, она хочет вашей ласки. И проект ждет вашего внимания, ждет, чтобы вы поставили галочку напротив этого проекта в своем блокноте, в своем портфеле инвестиций, инвестирования в этот проект. Итак, цены составляют действительно вот прекрасные какие-то такие воодушевляющие перспективы для трейдеров и молодых энтузиастов. В первом туре вы сможете приобрести токен по цене всего лишь 9 центов. Это действительно 8 тысяч миллионов токенов, которые будут для тех, кто находится в первом туре. Во втором туре будет 12 центов, в третьем 25, и в четвертый тур — это уже опоздавшие, так сказать, да? Это те, кто... Запоздавшие, да. Которые уже как бы, ну, в принципе, их просто постригут, потому что они слишком заросли. Они по 5 центов купят. Дорожные карты, ебаные. Дорожной карты у проекта как особо таковой нету. Особо она в данный момент не нужна, поскольку вы понимаете, да, что сейчас все проекты, которые выходят, у них ни продукта, ни дорожной карты, ни средств. Они просто появляются ниоткуда и потом в это же место и пропадают. Поэтому особо заморачиваться, останавливаться на этом пункте смысла особого я не вижу. То есть не вижу смысла в этом вообще никакого. Мы рассказали всю необходимую информацию. Анализируйте внимательно проект сами, прорабатывайте свои стратегии, которые считаете нужными. И помните, друзья, что не стареет тот, кто не пьет. И не пьет тот, кто не стареет. Счастливо!